Як ви оцінюєте гру цих двох нападників? Ну, як вам сказати? Ребята не забили. Это первое. Но тот объем работы и те требования, которые мы от них просили, они выполняли. Как? Посидим, разберем. Первое надо забивать. Слушай, пидорас судья, оторвал голову нахуй. Так и говори, блядь. Что ты стесняешься, блядь? Что вы, блядь, все молчите, блядь? Заходите. А что мне говорить? Вот так, все видят, 93%. Встаньте, блядь, тут гол по телевидению, блядь. Что вы рассказываете? Что вы здесь рассказываете? Что эти, блядь, эксперты рассказывают, блядь? Чистый голод меняется, блядь. Сука, для чего этот пидорас итальянец, блядь, находится у нас нахуй, в стране, блядь? Меняйте, сука, их всех, блядь. Напевно, на цьому... Поэтому они не забили, поэтому...